свои следы. Без улыбки, без оглядки от меня уходишь ты, словно парус над волной, вдаль зеленую спешишь. Неужели непонятно, от тебя не убежишь? Куда ты уходишь? Скажи мне, куда? Смотри, потеряешь меня навсегда. Теряешь меня навсегда. Куда ты уходишь, куда? Я ловлю твои шаги в непроглядной тишине. От меня тебе не скрыться, от тебя не скрыться мне. Я сигналы подаю, как корабли к кораблю. Слышишь, я зову на помощь, слышишь, я тебя люблю. Куда ты уходишь, скажи мне, куда? Смотри, потеряешь меня навсегда. Смотри, потеряешь меня навсегда. Куда ты уходишь, куда? Куда ты уходишь, куда? Извините, пожалуйста, вам случайно не в сторону Горбачей? Автобус ушел. Следующий будет только вечером. Садитесь. Жена? Красный бор. Красный. По-древнерусски значит красивый. А, теперь понятно, для чего в Горбачи. И что же вам понятно? К Симеону Столпнику. Кому? Церковь так называется. Если бы к Симеону. А так я работать еду. У меня срок 3 года. Кем? Завклубом. Налегке. Это чтобы бежать легче было. Что, я дура, что ли? Я поживу недельки 3. Осмотрюсь. А потом пишите письма, шлите телеграммы. Напишут и пошлют. В Нарсуд. Ну, пусть пишут, пусть шлют. А я и в Нарсуд не явлюсь. Лихая вы, отчаянная. А что закончили? Музыкально-педагогический. Класс аккордеона. Нарсуд. Да меня любой оркестр с ручками. Тот же Роман Галицкий, пожалуйста. Слыхали что-нибудь о Романе Галицком? Нет. Нарсуд. И потом я пою, у меня контральто. Мне сам Пухляков руку целовал. Пухлякова знаете? Нет, не знаю. Жаль. Люся, вы талант. Талант. Это после концерта на выезде. А вечером дверь заскребся. Зачем же он в дверь-то скребся? А вы что, с луны свалились, да? Вы что, не видите, я не урод, какой у меня руки, ноги, все, знаете, как-то на месте. А, ну да, конечно. И женихи, наверное, в очередь. Нет. Вот женихами только не берут. Вас не берут? Угу. Теперь мужик мудрый пошел. Берут, что попроще. Нет, спасибо. Почему же попроще? Спокойней.
на голос не влияет? Это? Нет. Я же говорю, у меня контральто. А. Черт, прокололись. А что вас заставило ехать в такую даль? Газеты читать надо. Вот, пожалуйста. Выпускники музыкально-педагогического училища все как один изъявили желание ехать в колхозы и совхозы не черноземья. А я же не белая ворона. А-а-а. И потом из комсомола попрут. У нас Петя Жилкин один чего стоит. Что, шибко идейный? Шибко. Понесем культуру в массы, выполним долг. А на кой? Вот я вам так скажу. Извините, вас как зовут? Вам не понравится. Но все-таки. Степаном. Я вам так скажу, Степа. Что? Степа, так Степа. Я вам так скажу, Степа. До зимы полкурса разбежится. Вот попомните мое слово. Ну, а этот ваш шибкоидейный-то не сбежит? Жилкин-то, а он уже. Что, сбежал? Он никуда не уезжал. Он теперь важная птица. Зам-зав культуры по сельской местности. Да. Вот так. Степан Андреевич, помочь? Нет, нет, спасибо. Поезди. Мне все-таки непонятно, для чего же вы приехали сюда? Ну, ей-богу, как маленький. Ну, приехала я сюда. Приехала. Поставил Петя Жилкин галочку в свою тетрадочку. Поставил. А вот куда я дальше денусь? Это его уже не касается. Может, я завтра замуж выйду. Может, за мной принц мчится следом. Роман Галицкий. Может, и Роман. А может, и Степан. Ну, и где же эти горбачи? А вот тропинка. По ней идите, тут недалеко. Вот это. Mm-hmm. Ну, чао. Чао. Помешал. А чего ходит тут? Вы председатель колхоза? Чего? Ну, при галстуке вообще. Женюсь! Женюсь! Опутают, окольцуют и прощай, вольная жизнь. Так не женитесь. Да. А действительно, возможно, не женюсь. Да пропади все пропадом. Я им не Славка Рахитянский, не Генка Морозов. Сергей Кравцов, это хобби, а? Хобби? Всех переженили. До меня добрались. Не на того напали. Вень, кто же это? Посмотрю я на хобби, а? При чем тут хобби? Молодых специалистов женить у них хобби.
Интересное увлечение. Кто же этим занимается? Оба! Оба! И Детятин, и Казарин! Далеко глядят! Ха! Женатому куда? Семья, телевизор, детишки. Некуда женатому! Некуда! Телушка, поросенок, холодильник. Попутали! Попутали! Что же это деется на белом свете? Весь жених он. Весь ждут его. Нюра, ворота открывай. Семен Аркаха, сперва ковер. Ковер волоките. Давайте, ребятки, давайте. Ну, это зачем, Иван Зимович? Ну, телевизор-то у меня их два. Цветной, Казарин приказал. Осторожнее, Сеня, осторожнее, не мешок тащишь. Вот сюда. Ох, мать честная. Не зав клуба принимаем, а как какого-то министра. Видать, непростая птица к нам залетела. Ну уж, коли сам звонил. И чтобы, говорит, момент. И к вечеру, говорит, чтобы телефон стоял. Телефон. И чтобы в область звонила. С мамой, папой разговаривала. Делай, говорит, Иван Дмитриевич, так, чтобы и духом не почуяла этого, ну как его, ну, разрыва. Вот и стараюсь. Ой, я даже не знаю, как принимать, привечать. Вот и подумай. Да ну, тебя он напугал. Сережка, ты весь трясется. Дуся. Я, говорит, человек свободный. Перестань. Я, говорит, не постою. Мне, говорит, никто не указ. И этот самый Дуся, хобот я не признаю. Что? Ну, Дуся, вроде хобот. Да не хобот, а хобби, то есть увлечение. Вот, вот, вот. Увлекаются они этим самым хобби. Ты, Трофимович, и Казарин. И женят. Молодежь женят. Сильно. Дальше. А дальше? Сережка говорит, бежать нам надо. А девушка говорит, перекурим. Такое дело. И вытаскивает она зажигалочку. Перекуривает. Стоят они. Курят. Друг на друга глядят, глаз отвести не могут. Ну, голуби, чистые голуби. Вот правду говорят, что старая любовь-то не ржалеет. Уж ежели так, тогда конечно. Какая любовь? Какая девушка? Что за личность? Тролля городская. Нинка зовут, сам говорил. Так где они? Ищи свищи, крички подались. А девушка все по дороге, юбчонку кофтенку скинула. И осталось, почитай, в чем мать родила. Ветеринар, ядрить тебе вышло, а? Не реви, Дуська, получше найдем. Подвел ты нас, Денис Трофимович, подвел. Геда, я тебя подвел? Лучший производственник. На своем москвиче ездишь. А что бы было с ним, когда бы он был один? Да все бы свои деньжонки к Лизавете магазин стаскал. Правильно. А? Правильно. Что верно, то верно. Да, живем не тужим. Вячеслав, да. Подъем. Да. Так куда, говоришь, они пошли? Крички, Трофимович, крички. Идут и курят, идут и курят. Да. Товарищи, за мной! Нет, меня просто так не возьмешь. Махну куда-нибудь! Только меня и видели. Пока, товарищ Казарин. С пламенным. А то запрягли. Не в продых, ведь не поверите, Людмила Васильевна. Все на меня повесили. Все. И лечение. И ежедневная санитария. И осеменение. Что? Искусственное осеменение. И ничего смешного в этом нет. Нет, есть, конечно, ветеринары и на участках. Ну, Людмила Васильевна, у нас же племенные стада. Разве могу это доверить? Вот они! Вот они! Ах, ты змея безголодная! Давай, давай!
Сережа, вылазь. Это зачем же? Ты что же это, а? Мы к тебе всей душой, понимаешь. А ты? Дом? Пожалуйста. Мебель, телевизор, куры, живи. И все это бесплатно, сам знаешь. Давай, давай, влазь. Нет! Ни за что! Ну, смотри. Ты что это, друг любезный, общественное заблуждение ввел? А? Смотри. Ты знаешь, чем это пахнет? Я это тебе говорю как член правления колхоза. Ни за что! Сергей Кравцов, не шути! Я тебя со дна реки достану! Сереженька! Сереженька! Куту! Плыви! Куда? Назад! Сереженька! Сереженька! Ой, никому не отдам! Плавать научился! Господи, я только думаю, что за нитка такая, а тут пух! Глядеть-то не на что! Какая нитка? Друля, друля твоя городская! Да ведь Нинка давно замуж вышла. Да ну. Погоди, а это кто? Это Людмила Васильевна. Новая завклубом. Новая завклубом? О, так это вы новая в клубе. Извините. Кто завклубом? Меня, пожалуйста, за то, что... Где завклубом? Конечно. Беляева Людмила Васильевна. Да. Как же, звонили из области, товарищ Жилкин, кажется. А я, Детятин Денис Трофимович, будем знакомы. Очень приятно. Курят, курят. К нам культура с дипломом приехала, она... Курят. Казарин Степан Андреевич, наш председатель колхоза. Колхоз? А мы знакомы. Проходите. Вот сюда проходите. Вот. Да, идите, идите сюда. Почему у вас их так много? Тоже хобби? Зимой выбросили. Я за саночки в сельпо привезла. А он не показывает. Я за другим. Показывает, не говорит. Я вот теперь в один смотрю, а другой слушаю. А это что? А это цветной. Сегодня привезли. Так. Понятно. Сын? Сынок, Паша. Недавно письмо прислал, но не как с самой Америки. Дипломат? Да нет, рыбу ловит у самых дальних берегов. Кольцевали. Ой. Где хозяева? Идем, идем. Вот, пожалуйста. Монтана. Боже мой, настоящий Монтана. Thank you.
Привет. А ты чего здесь? Да. Пойдем купаться? Пошли. Здравствуйте, Людмила Васильевна. Коробов, преподаватель литературы. Местная, так сказать, интеллигенция. Я к вам вот по какому поводу. Куда вы? Переодеваюсь. Ну, так что за повод? При клубе имеется драматический кружок. До прихода Саши Клина, извините, Александра Георгиевича, руководил этим кружком ваш покорный слуга. Но Саша Клин, Александр Георгиевич, взял эту миссию на себя и полностью развалил кружок. А кто это такой, Саша Клин? Прежний зав клубом. Глупый, бездарный человек. А Антониду Петровну только подумать, назначил на роль Катерины. А что вы от меня-то хотите? А, так необходимо, Людмила Васильевна, пересмотреть роли. Разумеется, возникнут споры, жалобы, трения. Но пересмотр ролей крайне необходим. Так, раньше кружком руководили вы, да? Совершенно верно. Ну так и руководите. Вы доверяете мне? Доверяю. Вень, пойдем. Ну, с Антонидой Петровной держитесь. Мы ставим грозу Островского. Антонида Петровна и Катерина. Нежная, чуткая, ранимая душа и Антонида Петровна. Нет, нет, она у нас будет играть Кабаниху. Да, Кабаниху. Людмила Васильевна, а вы Катерину? Нет, меня увольте, ради бога. Пойдем, Венька. Да, Людмила Васильевна, чуть не забыл. При заказе афиш прошу поставить подпись режиссер. Постановщик Ю-Ю Коробов. Конечно, ставьте. Сколько угодно. Благодарю вас. Привет. Ты неужто купался? Да по утрам вода холодная. Ну, садись, дочка, ешь. Как вкусно. Это стерлядка. Мифодий Иванович принес. Конюх. Ни свет ни заря явился, угости, говорит, свою постояльцу-то. Небось, она никогда такой рыбки-то не едала. Не едала. О, Степан Андреевич прикатил. Откуда? Слугов. Трав нынче вымахали, ну что тебе лес? Женат? Степан Андреевич-то? Угу. Да нет, отвоевался. Разошлись? Разошлись. Ну, он чуть это просто. А вот раньше не бегали от мужей-то. Боялись. И порядку больше был. А теперь чуть что в суд. А суд тоже хорош, только печатки ставить. Хлоп, готово, опять девка. Эй. Да, а вот, по правде сказать, нравная была эта Алла Евгеньевна. Все в этих в париках ходила. Красивая. Ну, с лица не воду пить. А вот 3 года прокатилась. Она, пожалуй, только 2 разочка была. А уж за эти 3 года-то мужиков-то у нее, небось. Ой. А детей у них не было? Нет. Шибко грамотные стали все ведь теперь. Интересный мальчишка этот Винька. Молчу. Да, нет, ага. А ты думаешь, что он тут стоит? Да он знает, что у тебя аккордеон. Вот стоит, дожидается. Гармонист ведь. Иди сюда. Ну, 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 проходи, садись. Ну, играл на нем? На нем нет. Ну-ка, давай. На другом, на старом. Вот так. Угу.
Играй. А что играть? Что хочешь. Что ты играл? Так. А все-таки? Не знаю. Ой, гармонист. А на гармонит, как он шпарит. Учиться тебе надо, дружок. А, смотри, Петрон бежит. Это на об твою душу. В клубе работают уборщицы. О. Доброго жаруется. Здравствуй, Петровна. Давай, проходи. Садись, чайку попей. Какой человек не до чая? Я тебе вареньца положу. Не до чая. Я ведь за тобой, девушка. Федька приехал. Да. Тебя требует. Кто это такой? Федька-то? О, Федька большой человек, одно слово. Кино возит. Большой человек. Ты иди, иди, требует. А уж злой какой. И так, и этак. Чуть что не по матушке. Да. Блоки, говорит, бабка коровки. А я не под силу. Ну и тебе достанется, голубушка. Мне? Да что он сам-то, без руки, что ли, в самом деле? Силу-то какую взяла? А ты с ним будь поласкивай, будь поласкивай. Он тут всему голова. Ладно вам, бабушка. Ну что ладно, не ладно, спорить не моги. Тут иной раз и бутылку дашь, и трояк сунешь, принимает. Это за что? Ну как за что, как за что? Он может картину про шпионов дать, заграничную. Вот тебе и план. А то про это, как это, производство. Ну какой же может быть план? Никакого плана быть не может. Явилась? Ну, давай, волоки коробки. Здравствуй, Феденька. Ну, чего расселась? Давай, волоки коробки. Какие коробки, Федь? А на чего? Ты кино привез, Федь. А как фильм называется? «Свинарка и пастух». Шучу. Шик картина. Современная, о рабочем классе. А ты ничего, мягкая. Погоди-ка, голубь Сюзи. Слушай, ты. Ладно, ну что ты, задушишь? Какая картина? Итальянская, Софи Лорен в главной роли. Понятно. А про рабочий класс что? А, так, пошутил. Ну так волоки. Ну что, чокнутая? А? Ага, проехали. Волоки, волоки! Это тебе не Сашка Клин. Вот пожрать не с кем. А, волоки! Хорошо поет. Кочуринский. В Кочурине все поют. Луга. Сенокос начинается. Хороший голос. Чистый. Да. Поют бабы не худо. Ну, да ты сама услышишь. Вот кончит сенокос, соберутся, попоют и попляшут.
Хоть бы дверь помогли открыть. Молодец! Послушайте. Послушайте. Да вы что? Вы что, думаете, купили меня Монтаной, да? А вот как бы не так, дудки. По системе йогов очень успокаивает. Не хотите попробовать? А я и так спокойна, как камень. А вот если бы я знала, что вы председатель колхоза, я бы... Дура набитая. Гляжу, человек как человек, весь в фирме, а он председатель колхоза. Несовестно при людях. Веня, я все равно уеду. Ну, разумеется, через 3 года. Недели. Через 3 года много воды утечет. Хобби. Не понял? Я говорю... Замуж выдадите. А что? А чем черт не шутит, а? Послушайте, Степан Андреевич, да отпустите вы меня по-добру, по-здорову, а? О, ну скажем, по состоянию здоровья. Вы же отчаянная, вы же ничего не боитесь, даже народного суда. Но одно дело, если я сама убегу, другое дело все-таки по справке. Нет, не отпущу. Тем более вы мне понравились. Так быстро? Нет, я имею в виду, мне нравятся отчаянные. Ага. Ну ладно, если серьезно, у меня там в папке лежат 9 заявлений об уходе. Бегут? Бегут. Ну и правильно делают. Это почему же? Ну, здесь летом хорошо, а зимой-нибудь волки воют, а? Воют. 9 заявлений. Но вот если благодаря вам они не уедут отсюда, то я вам достану аккордеон почище Монтана. Хорошо. Ну? Положим. Положим, я бы смогла задержать как-нибудь одного из них, следуя вашему же хобби. А вот как быть с остальными? Ну, остальные... Ну, они будут играть в оркестре. В каком? Который вы создадите. Я? Да. Так они что, музыканты? Нет, механизаторы. Один свинарь есть. Ха! Что ха? Ну что ха? Нет. Это в конце концов уже неприлично, ха! Да, люди бегут. Бегут, потому что здесь скучно им, скучно. А вот вы, Людмила... Васильевна. Васильевна. Сделайте так, чтобы здесь, в Горбачах, было весело. Вот и вся ваша задача. Да послушайте же, я родилась и выросла в городе. Ну почему, почему я должна жить в деревне? Я не понимаю. Деревенские те прут города, а городские должны жить в деревне, да? Слушайте, а вас самого как сюда занесло, а? А здесь моя родина. Ну, клуб у вас хороший. Я даже не ожидала. Да, храм построили, только вот попа нет. Знаете, я вам тоже не поп. Ну почему же? Класс аккордеона, контральта. А вот приход не по мне. Верхние наши.
Пикачевыми. Василий, Сергей, Борис, Николай, Ванюша. Шестеро. Ванюшку младшего забрали в 45-м. Я в район, военкому Глазычеву, царство ему небесное. 5 похоронок на красное сукно выложила. Он и засумлевался. Ну, говорит, коли такое дело, оставим тебе твоего младшенького. Я домой, много от радости не чую. А Ванюшка как узнал про такое дело, да что ты, говорит, матушка, наделала? Да я, говорит, за братьев, за отца. Он тоже там был на большой войне. В списках без вести пропавших числился. Да я, говорит, за них отомстить должен. Ну уж сказать нечего. Ушел. Ушел. Пропал соколик. Бабушка, он плачет. Умирать собрался. Глухой. Вот попросился на могилку к детям. А разве здесь их могилка-то? Доброе утро, Людмила Васильевна. Здравствуйте, Денис Трофимович. Вы, гляжу, сразу быка за рога. Федька, смотрю, сам коробку таскает. Прижучила его Люсенька. Прижучила, голубушка. Я к вам на минутку. Имеется у меня, Людмила Васильевна, одна мечта. Мечтаю я здесь, в нашем колхозе, создать музей славы. Нет, скромный, конечно, в наших возможностях. Ну, в одной комнате, я думаю, расположить орудие сельскохозяйственного дореволюционного труда. Там мотыги, сохи. Ну, понятно, понятно. И мечтаю я, голуба душа, создать комнату боевой славы. И вот вам, Людмила Васильевна, первое, можно сказать, боевое задание. Поезжайте-ка вы в деревню Платовскую к деду Максиму. Это полный георгиевский кавалер. Может, он ей отдаст кресты? Кресты? Ну, а как же, Максим все войны прошел, ну, последний был, да разве он нас один? Да у нас во всем колхозе ни одного мужика не осталось, одни бабы. А дяде Максиме хватит, может, вы пообедать пойдете, уже время вам. И вы воевали, Денис Трофимович? Ну, пришлось и мне хлебнуть немного. У нас ветеран, сначала до Берлина дошел. Ну, что вы, до какого Берлина? Начал я в 43-м на Острогожском. Закончил в Австрии, в городе Визельбурге. И награды имеете? Ну, ну, как же, как же. Ведь он человек на весь Союз известный. Герой имеет. Вы герой Советского Союза, Денис Трофимович. Ну, а что же? За форсирование Днепра 27 человек переправились, 7 присвоили, и живым, и мертвым. Так вот про это и надо всем рассказывать. Да неудобно вроде как. А деда Максима, значит, удобно. Да, действительно. А у меня ведь и шинелька имеется, в 5 местах простреленная. И пилоточка. Анисия Петровна, в конце концов, у нас серьезный разговор. Я прошу вас. Ну и? В третьей комнате вы мечтаете создать, так сказать, комнату современности. Умница, именно. А что, у нас хозяйство не бедное. Ну уж это как раз я успела заметить. Не успела приехать, как тут же. Телефон, телевизор, ковер. А у нас так положено. Эх, если б к этому, ко всему, да вам бы жениха хорошего. Нет уж, Денис Трофимович, от этого вы меня увольте. Увольте вы меня от вашего хобби. Да-д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 а
Ну как? Ничего. И только. Фроська Карпова лучше поет. Звонче. Много, ты понимаешь. Звонче. Давай, играй. Браво, браво. Куда там Фроське? Просто прекрасно. Че это ты? Я че? Гулял здесь. Гулял? Вся деревня уже смеется. Знаешь, что Серега прекращает эти хождения? Ни к чему. Ну. Сыграла бы, а? Давайте припомним, как вальс назывался. Относит знакомый мотив ветерком. Старинные русские вальсы, старинные русские вальсы играют в саду городском. И воздух давнишней тревогой наполнен, и кружатся, кружатся вихри времен. Манжурские сопки, дунайские волны, березки, осенний сон. Ах, сколько сегодня в саду ветеранов. Им с детства оркестр играл духовой, и вальс еще списывать рано, и вальс еще списывать рано, звучит его голос живой, и воздух давнишней тревогой наполнен. И кружится, кружится вихрь времен.
Манжурские сопки, дунайские волны, березки осенний сон. Твое здоровье, голубая душа! Ведь дал же Бог такой талант, а? Мороз по коже. Сынок, сыграй нашу, а? Гляньте, вот это и есть Антонина Петровна. Вы посмотрите, какой холодный взгляд. Какое высокомерное выражение лица, а? Эх, разве способна она понять, что такое любовь? Нет, нет, не уговаривайте. Она будет играть кабанит. Так на кабанит-то она совсем не похожа. Да? Вы находите? А интересу у них себе нету. Вот и кабаниха. Да вы что? Понятно. Откуда взяли? Угощайся, председатель. Спасибо. Ну, развеселились? Зато как поработали. Весь год с кормами. А корма это все, сам понимаешь. Да. Эх, люблю я наш народ. С таким народом, а? Пошли писать, председатель. Денис Трофимович! Доброе утро, Юрий Юрьевич. Доброе утро. Почему, позвольте спросить, не явились на репетицию? Ой, Юрий Юрьевич, не на репетицию, времени в обрез. Вы Людмилу Васильевну не видали? Слушайте, вы мне зубы не заговариваете. Текст наизусть знаете? Выучил. Выучил? Да. Проверим. Пожалуйста. Я Мнишек. А Годунов свои приемлет меры. Ага. Что, Годунов? Во власти ли Бориса? Твоя любовь – одно мое блаженство. Нет-нет, теперь гляжу я… Нет-нет. Я сказал нет-нет. Нет, не верю. А. Голубчик, ну сколько раз вам говорить? Идите больше от себя. Ага. От себя. Вы ж не с Петровной разговариваете, а с Мариной Мнишек. Понял, ну, давайте еще понял, раз. Понял, понял. Извините, вы Людмилу Васильевну не видели, это очень важно. Да вот она только что была. Мы беседовали, говорили была. С ней. Вчера приходил, сегодня. Какого мнения вы о ней? Простите, это откуда? Тьфу, черт, вы мне совсем голову задурили. Я спрашиваю, какого мнения о нашей заведующей? А, рост, стать, стюард, барабанщица. Ой, вы опять о своем. Я спрашиваю о деловых качествах. А, хватка есть. 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 Так. Я убежден, что вот наша клубная работа, и в частности драматическое искусство, обретет новые формы. Дай-то бог, дай-то бог. Я ведь, понимаете, насчет музея тоже святое дело. Святое, святое. Прошу. Спасибо. Так говоришь, Денис Трофимович почин сделал? Сделал. Мария! Чего? Неси кресты. Да полно тебе, Аника воин. Кому нужны твои кресты? Нужны? Нужны. Давай, давай! Надолго к нам? Али проездом? Что? Да ты гляди прямо.
Саш Клин в глаза не смотрел, потому как проходимец, а ты, видать, девушка хорошая. Согласно направлению. На, возьми своих сестер. Ах, как Сашка Клин хотел их у меня приобрести. Деньги предлагал проходимец. Бери. Спасибо. Вот в платочек. Бери. Заверни. У меня еще буденовка сохранилась. Шашка вон и часы серебряные. Вот, видала? Ходят. В 19-м получил. Спинская из Холхингола ничего не привез, одни ранения, а с этой отечественной ордена и медали есть. Слушай. Мария, а из трофеев-то чего осталось? Какие трофеи? А зажигалка-то? Зажигалка? Да я уж и не помню, когда ее в нужник выбросила. Трофеи. Другие с войны привезли барахла сколько. А мой-то зажигалку, ну и губную гармошку. А зажигалка совсем не зажигалка, баба голая. Эй! Здрасте, здрасте, мои хорошие, как выросли-то, господи, надо же. Приветствую, приветствую. О! Привет ветеранам колхозного производства! Very well! Право руля! Бросай якорь! Серега! Друг старик! Кашалот-то маринованный! Иди на грудь! Здорово! Здорово! Ну, как ты почувствовал? Молодец! С моря! Здорово! С моря! С моря! Пойдем, английский джин есть. Во вещь! На Дентурат похоже. Ребята! Людмила Васильевна дома. Кто-кто? Эй! Пойдем! Мужики, багаж! Тяжелый. Тут бери, давай. Нюра Третьякова, стой! Разговор есть. Говорят, твой Паш приехал. Да, приехал. Сынок приехал. А что, он по-прежнему мотористом по дизелям работает? Да, да, да. Не женился? Нет, не женат. Женим! Нам мотористы во как нужны, особенно по дизелям. Женим. Что, Годунов, во власти... Стоп. Нужна информация для размышления. Какие у нас кандидатуры? Галинка Пестова. Маловато. Нет, она с точком не вышла. Оставим в резерв. Ну, Анютка Зыкова. Куда? Не девка, журавль какой-то. Похоже на нашу Петровну. Стоп. Есть кандидатура. По всем статьям. Что тебе фигурой? Что ростом? Что статью? Фроська! Постой, постой, какая Фроська? Уж не моя ли? Ну? Но если насчет моей, то и думать не моги. Это почему же? Потому, поэтому. У нее уже есть. Она уже и портретик на стенку повесила. Кто? Из наших? Повыше. Я так и знал. Но врут. Но мямлик. Да ладно. Да. А я ее комсомольской совестью взывать буду. Да шумел. Почему это дитятина не должен за родной колхоз болеть? Да почему? А ваша хата с краю? Нет, дорогой товарищ, не выйдет. Да ладно. Эх, мимолет моя сиденье, как гений чистой красоты. Окольцевали, Паша, опутали. Да брось ты, Серега. Дуська у тебя баба жаркая, как печь. Откуда ты знаешь? Ну, сам же говорил. Нет, не понять тебе, Паша. Людмила Васильевна, она... Эх, Паша, стою я, помню, в речке. Красота, картинка, лань. Одним словом, класс аккордеона. А что ты в речке стоял? Паш,
Паш, ты смотри, как бы они тебя тоже не того, а? А я, Серега, не против. Ну, надоело мне в казенной койке спать. Одному. Душа, Паш, горит. Как ты говоришь, как мимолетное видение. Как мимолетное видение, Паш. Как гений чистой красоты. Вот так, Паш, и не иначе. Ну, конечно, тяжело. Нет, Паша, не пропал еще Сергей Кравцов. Дом, телевизор, поросят. Все развеял. Общественность. Плевать я хотел на общественность. Нет, Серега, тут ты не прав. На общественность не наплюешь. Да. Это я тебе авторитетно заявляю. Паша, давай махнем куда-нибудь, а? Ну, куда? Ну, хотя бы в район. Махнем, Паша. Винт ржавый. С приездом, Пашенька. Ой, Дуся, милости просим, заходи. А я иду смотрю, вроде Сережин мотоцикл стоит. Понятно. Ну и зашла. Может, с приездом? Нет, спасибо, мы мы по рюмочке в честь встречи. Завтракали. Ну, Сережа. Ты, Паш, махнем. Махнем, а? Махнем. Дусенька, вы заходите махнем вечерком. Посидим, поговорим. Ну, всего доброго. Ну, ты говори, говори, а рукам воли не давай. Я тебе махну, я тебе покажу, махнем. Ну, давай, давай, давай. Дома поросята не кормлены. Телушка ревет, не поена. Класс аккордеона, класс аккордеона. Ух ты. Аккордеона. Ой, мужик. Паша, сынок, мамуля, приехал. Ой, здравствуй. Паша. Ой, Паша. Ты моя старушка. Ой, Пашенька. Ой, что ж телеграмму-то даже не прислала. Ой. Вот, Паш приехал. Никак из самой Америки. Из дипкорпуса? Very well, мать. Бросай якорь. А? Ха. Женюсь. Шустрый какой, Паша! Пашенька! Ты такая? Соседка. Вот это да! По всем статьям. От девушка. Евфросинья, пойди-ка сюда. Какой тебе годик миновал? 19, а что? Самый аккурат. Наверное, замуж собираешься. Так вот, голуба душа, есть у нас это... Отец. Купец. И есть у вас, как говорится, товар. Лебедь белая. А вы чего это, Денис Трофимович? Сватать меня приехали? Вот именно. Ты че это, пап? Спроси. Я ему одно толкую, а он другое. Я ему, мол, и портрет висит. А парень-то так какой? Ох, какой парень! Специалист пятого разряда, золотые руки. О. Иду, ласточка, иду! А специалист? Да у ней на стенке такой специалист такой висит. Специалист? Не чита Пашке. Какому Пашке? Так я и говорю. Ты что, не слыхала? Нет. Павел Третьяков приехал. Так, Паша. Так, так. Паша приехал. Каков жених? Я плохого не подберу, Евфросинья. Только ты гляди в оба. Породей для родного колхоза. Что с нашей стороны, там телевизор и дом кирпичный, пожалуйста. Ты это, смотри, у меня тоже мне специалист. Сегодня там, а завтра здесь. Шастает по морям и океанам. Ты гляди у меня. Паша приехал. А этот, на стенке тогда кто? Дин Рид. Кто? Певец американский. Дин Рид. Эх ты, темнота, мявлик. Ай ты, дитятин, в самую точку попал. Ну а ты-то, Юра, куда смотрела? Она ведь городская, а Венька ведь дитё.
какое дитё, дитё, не меньше, чем другие, ничего. Что случилось? Степан Андреевич, Венька пропал. Утром по грибы пошли. Да вот по всю пору нет. Я ведь им сказала, чтобы они туда не ходили вглубь-то. Они ведь, наверное, подались туда. Да. Заблудились. Степан Андреевич, искать надо. Ну, надо искать. Так вон вас сколько. Ищите. Слушай, да. Вот лишь бы только в это сегу болото не попали. Да. Сказывай, там медведи бывают, охромали. Да не будут тебя на язык, Петровна, со своим о медведи. Что ты за человек? Спокойно, что такое? Тихо! Да куда же он уехал-то? Все будет в порядке. Very well. Слово моряка. Так, внимание. У меня ребенок пропал. Туда. Мы с тобой в другую сторону. Так, Петровна, внимание, пошли, ну, сиди что, здесь. Ну что, ну иди ты, Петровна. Ну куда же тебя тоже ничего. Сейчас печку затопим, грибов наварим. Угу. Сухари, Венька. Ух ты, черные, белые. Вот это другое дело. Хорошо, да, Венька? Угу. Ты знаешь, мне кажется, в этом домике жил маленький добрый старичок. Маленький и бородатый. Гном-старичок. Угу. Что это ты играл? Так. Про тебя? Про меня. Ты ведь уедешь скоро. А мне жалко, что ты уедешь. Вот я про тебя и сыграл. Выходила бы ты замуж. За кого? Ну, хотя бы за Степана Андреевича. Он, может быть, меня замуж не возьмет. Возьмет. Ты ему нравишься. Венька. Нравишься, все говорят. Тоже мне жених нашелся. Пред колхоза. Да если б я захотела, я б себе такого отхватила. С дачей, с машиной, с квартирой. Жених. Ты-то чего обиделся? Ты прав, Венька. Уеду. Я хочу жить в городе. В большом и красивом городе. Я хочу быть певицей. Thank you.
Не бойтесь, это я. Вы спите. Спите. Нашли. Нашел. А мы заблудились. И я поплутал. А как эта деревня называется? Займище. Займище. А почему она пустует? Сносим. Ну, понятно. Централизация, механизация, мелиорация. Что у вас там еще? А вы не только в музыке разбираетесь. Но. А домика жалко. Здесь жил добрый-добрый старичок. А звали его Мефодий Иванович, конюх. Еле уговорили его переехать, но ни в какую, и все. Пешком горбачи ходил, тропку протоптал. Так и называется, Мефодиева тропа. Вот почему мы нашли целую скатерть-самобранку. Старуха здесь у него лежит на погосте, вот он и приходит. И погост снесете? Снесете. Мне бы с вашей скатерти-самобранки хоть маленький сухарик. Послушайте, я вам нравлюсь? Нравитесь. Я же говорил, у меня 9 заявлений лежит на столе. А хоть 109. Мне-то какое дело? Хорошо-то как? Да. Полейте. Я еще не умылась. Привет лидерам! Здрасте. Привет. Здорово, дед! Здорово, Паша, здорово. Здорово, Паша. Собастат. Не желаешь? Да разве это табак? Пшика нету. Не скажи. Вот, попробуй. Значит. Все, мужики, нашлись! А кто нашел? Кто искал, тот и нашел. Казарин. А ты всю ночь сорок ловил? Гулял. Так что расходись, мужики, мелкой рысью по рабочим местам. Аврал отменяется. Ну-ка, погоди. О, американцы? Французы. Ой, те могут. Глянь, детка, глянь. Как живая язвить тебя в коромысло.
Худы твои дела, Пашка, худы. У меня, бывало, ни одна девка не убегала, потому как я все делал без крику и шуму. И жена не обижалась, и в президиум всегда первый человек. Не дрейф, дед. Моряки свое возьмут. Моряк. Специалист. Сказано, не отдам, значит, не отдам. Отец покамест. Значит, и до Фроськи добрались. А что? Пора, пора. Ведь девка, она как ягода, вовремя не сорвешь, перезреет. Я бывала. Про сегодняшний день разговор. А ты бывала, бывала. Прогремели на весь район. О. О. Вот. О. Маяки культуры хвалят? Ну, а то как? За что? Ну, иначе не печатали бы. Да вроде родовато бы. Не скажи, Трофимыч, не скажи. Девка, я тебе дам. Но. А уж по сравнению с Сашей Клином, это небо и земля. Да, и Федька она приструнила. И Пашка Третьяков тоже. Ах, о! Чего? Я ничего не говорил. Читай. Ну что? Приятные новости. Конечно, по сравнению с Сашкой Клином, с музеем дело подвинулось, и Коробов в ней души не чает. О чем говорить? Говорю, девку я тебе дам. Только уволокет ее Пашка. О, да. Вот это моряк. Вот это специалист. Молодец, Пашка. Молодец. Уволокет, говоришь? Да. О, Люсенька, Люсенька, это сказка. Идешь по улочке узенькой, камушки, а за 400 метров кофе пахнет. Какой кофе? Вот такую чашечку выпьешь. Ну, счастье, восторг, вдохновение. Степа, друг, здорово! Ну, молодежь, что зашел. Слыхал, Степан Андреевич. Слыхал. Паш, 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 Паш. Степан Андреевич, прошу вас, садитесь, пожалуйста. Степа, джин, английский. Выпьем, Степан Андреевич. Садись. За что ж пьем? Замуж выхожу, вот так. Вот тебе и 3 года. Да. Ну что ж, принц уже прилетел. Не понял? Но. Я говорю за твое здоровье. А за наше здоровье. А, Степа, закусывай, сырок, колбаска. Не, после первого не закусываю. А, судьба человека, видели, знаем, варимал. Ну, а где джин-то? Ну, мать, ну выпили, Паш. Ну, ей-богу, ну. Паш. Шампанское, Степа! Шумишь ты очень, Паш. Понял, мать, понял. Я тебя понял, коварная. Да. Ты, говорят, моторист? Высшего пилотажа. Вот. Так оставайся у нас. Нет, Степочка, не останемся. Вот сначала кооперативчик построим. Ага. Потом заведем жигуленочка. Ну, а пока в Пицунду, Степа, в Пицунду. Паша, в Крым. В Крым. А, значит, в Крым. В Ялту варивал? Нет, в Монтевидео. В Монтевидео виза нужна. Хочу, Паша, хочу в Монтевидео, хочу. Ну, а что, заметано. В Монтевидео. Выпьем шампанского. Ну что ж. Счастливой вам дороги до Монтевидео. А джин, шампанское и варивел? Пей один, Паша. Стоп.
Степа! Степа! Чего ты? Варивел, это же не спиртной. А что? Ну, это английское выражение. Ну, все в порядке. Разве? Да. Leave this girl alone. I love that girl. Understand me? Вас понял. Thank you. Понял. Ну вот хорошо. I love that girl. Understand me? Я люблю эту девушку. Я люблю эту девушку. Я люблю эту девушку. Ай, Веревел, Веревел. Да нравится она Степан Андреевич-то. А ты все. Веревел, да веревел. Чудак. Ничего, мать. Мы тоже не лыком шиты. Very well. Век 20-й тревожный и честный, сколь скрыто в нем силы чудесной, как цветы города вырастают, а любви все равно не хватает. Перечеркнуты белые пятна, непонятное стало понятным, необычное стало случайным, а любовь — это вечная тайна. Над речкой ушко склонилось, и все течет. Хватит, хватит! Хорош, мать! Замерзаю. Помоги! Ну что, будешь я пить, проклятый? Ну что ты заладил? Дурачок твой! Ой, это не Фроська? Она. Карпова? Да. А сколько ей сейчас лет? 20. Вырвал, мать, женюсь. Господи, одной уж женился. Уехала, Степан Андреевич. Ведь уехала. Сложила сумку и ушла. Я ведь ума не приложу, что случилось? Я к ней и так, и эдак. Она молчит. Давно ушла? Да уж, наверное, до шоссе дошла. Thank you.
Возьмите, пожалуйста.